Ирландии тоже помогает, не только Ирландии. Пунчик! Всем привет! Я Маргарита. И я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Мы сегодня снимаем 24 часа Полета Лава. Правила такие. Нам нельзя 24 часа наступать на пол. Например, можно наступать на ковер или на подушки, или на стулья. Но только нельзя наступать на пол. Например, сейчас у меня ноги на ковре. С этой минуты наш челлендж начинается. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А мы начинаем. Сейчас нам нужно дойти до туалета и почистить зубы. Давай вместе. Так, тут тоже ковер есть. Все. Мы добрались до туалета, теперь будем чистить зубы. У меня нету батарейки. Нужно сделать лодку. Строите лодку. Ну что, Маргарита, я закончила, теперь я уйду на ковре, а ты тут останешься. Я пошла к себе в комнату. Это не просто. Ой. Ковер же двигается. А мне есть скейтборд в комнате крыло. И только нужно до него доползти. Только я могу на нем упасть. Я чувствую. А тут еще один коврик. Я на моей кроватке. Эй! Кому-то нужна помощь. Ну что, ребят, поможем ей. Я поеду на скейтборде и что-то ей привезу, на подушку. Я ей возьму две подушки, чтобы она перепрыгивала. Прыгала. Вот я. Вот так. Потом берет подушку. Вот так. Берет это. Так, так, так. Так, ну что, я поехала. Я боюсь. Я возьму. Вот так. И к ней поеду. Здравствуйте. Держи. Спасибо. Ты мне спас. Подожди, подожди, я сначала. Эй, почему? Ну так. Идем в кошку. Ты в комнату пойдешь? Да. А что делать? А я вот сюда. Вот так. Я почти добралась. Я сейчас, наверное, буду снимать видео в лайк, но мне нужно дойти до вот этой лампы. А я тоже хочу снимать. Подожди меня, то я тоже буду снимать. Но мне потом нужно встать на подушке. Я не хочу прыгать, потому что я могу упасть. Потому что подушки очень сильно скользят на полу. Кто упадет на пол, тот проиграет. И больше не будет выполнять этот челлендж. Так, мы уже готовы. Нормально? Видео в лайк мы сняли. Теперь нам нужно добраться до кухни, чтобы кушать. Так, может быть, на единороге поскакать. У меня есть идея. Я еще возьму подушку, если что-то случится. Ой. Сюда. Теперь сажусь на него и вот так вот. Мы должны добраться до стола. Я курочка. Я добралась до стола. Эй, я на рынках, смотрите.
добралась. Не прошло и полдня, я уже устала. Я тоже. Даже суп не могу доить. Я уже поела, теперь мне нужно дойти до кухни. Вот я. Сделаем путь покруче. Вот сюда. Так. Теперь мне нужно перепрыгнуть. Сейчас я ее буду туда. Ты убегай, я буду стрелять. Раз, два, три. Я метка. Тунчик. Что, на роликах мы уже покатались? Вон, так мы прям будем прыгать на батуте. Только до батута нам надо дойти. Я пойду на подушках. Я пойду на велике. Ты возьмешь только две? Да. Не только две нужно. Я их буду вот так вот перекладывать. Я уже взяла велосипед, он такой странный. Я на нем упаду, я прыгаю. Не-не. А я так делаю. У нас есть, это как? Я добралась. Аккуратно не слазь. Это очень непросто. Также. Ну что, мы уже будем заходить домой. Как ты будешь заходить? Ой, я подумала. Все, здесь я уже под диваном. Куда мы сейчас пойдем? В комнату. Я пойду в комнату. Мы сейчас попробуем другой вариант, как может передвигаться. Вот так. Потом вот это. Потом... Подожди, я тоже. Аккуратно. А ты тоже помогай, не только лазить. Я тоже не буду. Я еще что-нибудь хочу на кухню перепустить. Все, пока. Ты потом придешь за мной. Да, конечно. Тут узенький проход, надо стулья подумать. Очень хорошая была идея. Давай, давай, пока. Пока. Давай, я тебя не буду. Я устала. Мне нужно дойти хотя бы до этого кубика. Теперь на стол и на кровать. И отдыхать. Что-то мне не хочется вообще ничего делать, только спать. А я теперь не знаю, как я доберусь до комнаты. Потому что стулья она забрала. Подушек у меня нет. Тебе помочь? Буду сидеть тут пока. Я кушать хочу. Я нашла себе мороженое. Так что это хорошо, что я попала на кухню. Скоро надо ложиться спать, я хочу переодеться в пижаму. Сейчас я буду добираться до шкафа. Теперь
обратно. Потом опять сюда, чтобы выдержать. Все. Я уже наелась. Теперь нужно подумать, как добраться до комнаты. На стол, потом на диван, а потом взять подушки и в комнату. Ой! Папа, не подгонами. Беру две подушки и иду в комнату. Вход с подушками. О, наконец-то. Мне нужна подушка. Все. Ура. Я в комнате. Так, все, уходите, я буду переодеваться. Я девочка. Это было опасно. Очень сильно. Я на лапки встала. Все. Марита, давай в мячик поиграем. Давай я тебе буду кидать отсюда, а ты мне. Давай. О май гад. Ваня, где мяч? Принеси! Принеси мяч! Ну что, ребят, наш день уже подходит к концу. И наш челлендж тоже. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы с вами прощаемся и всем пока! Пока! Мне теперь нужно дойти до моей кровати. Маргарита, я возьму. Нет. Я его потом отдам. Мне нужно же как-то добраться до кровати.